Всем хай-йоуши, ребят, с вами Злум Геймс, с вами Фрейзин. И сегодня мы будем делать реакцию на мой фильмочек, ребяточки. Алло, Фрейзин, жив целый ролл? Да, да. У меня сейчас стоит демка, он видит то, что я вижу. И мы сейчас будем смотреть мой фильм. Я его делал целое утро, 7 минут. Целое утро сидел. У тебя демка 20 FPS. Ой, бывает. Не, ну вроде пока еще даже не нарушаем, да? Угу. Ну пока просто кайфуем. От кайфа. У меня робот-пылесос сейчас пылесосит, он у меня за дверью такой. А нормально все у меня. Музыки, конечно, не слышно, потому что я это... Не включил себе нормальный звук. Все. Ой, что случилось? Подожди, как? У тебя прям вообще 5 FPS. Ой, ну ты можешь сам зайти, если хочешь. Со своего. Ну я пока... Ну, да, короче. Думаю, то, что так будет лучше. Я, смотри, я сейчас на 49 секунде. Бери 49 секунду. Угу. Так. И лайк поставь. Потому что лайки это мотивация, знаешь. А ты это знаешь. И подписчики, я думаю, да, тоже знают. Так что лайки ставьте и на этот видос, и на машину, которую я повидала много. Ну, нашел 49 секунду. Сейчас. Вот 49. Ой. 49 секунду, знаешь там. 3, 2, 1, погнали. Вот он сейчас у меня в дрифте зашел в поворот только что. От первого лица уже пошло. И вообще нужно графику поставить. У меня что-то он не совсем в дрифте зашел. У меня тоже, но я уже еду покупать тачку. Сейчас. Тебе, кстати, не надо было так долго, 1,5 минуты делать. Что-то до машины едешь. Не, ну что? Сделал там секунд 10. Не, нормально, слушай, вот смотри, он сейчас уже подъезжает у меня, а у тебя он где сейчас? У меня он уже подъезжает тачку покупать. И сейчас будет такой стрём, вот он сейчас будет с тобой видео. Да, я слышу. Да, короче, машина продаётся. Всё, вот, короче, ты купил машину? Нет, он покупается. Документы лежат в бардачке. Ладно, окей, я покупаю твою машину. Ой, все, переходик на Ниссанчик и поехал в кафешечку. Это шимба такая, там такие... Вот я целое утро это делал. Вот давай остановим, сейчас на паузу поставим. Вот смотри. Давай. Я это монтировал очень долго. То есть я его пересматривал несколько раз. Я его перемонтировал несколько раз. Я переделывал в нем звуки несколько раз. И у меня вот, смотри, два пацанчика. Такие, знаешь, не в хорошем состоянии. На Марк 2 сюда приперлись. И тот самый Урус, который спереди стоит. Да мне вообще по кайфу. Переход через несколько часов прекрасный. Все, я обожаю эти моменты. У тебя уже ночь наступила, да, и у меня тоже. Да, что у тебя фары мигают? А, потому что я, смотри, как... Я сначала записи в бимке делал, там я включил фары, и все было нормально. А когда я пересматривал, у меня они начали мигать. Вот такая вот проблема. Но я думаю, в фильме, если это без наших комментариев смотреть, то будет похоже, как будто они просто перегорелые. Лютый переход, лютая музыка, сразу огромный звук. Потише. Он врезался такой. Я вот тут на аватарку еще поставил. Он уже, полиция подъезжает. У меня еще нет. Ты на какой секунде вообще? Я на 3... 3 минута, а 6 секунда. У меня только что... У меня 18. У меня только что вообще полиция подъезжать начала. Все, я на 22 смотрю. Ты на какой? Я на 22. На 30. Подъезжает эвакуатор. У меня тоже подъезжает эвакуатор.
Вот это прям такое долгое было. Но это так комбово вышло. Я еще, ты знаешь? У меня только она за углом сейчас. Не, ну это прикольно, это достаточно хорошо. Ой, еще звуки скорые, они аж отдельные. У меня уши распадаются. У меня скорая только что подъехала. Да, Дина не надо было делать. Да забьем. У нас потом там, знаешь, вот такой вот переходик. Чтобы не было лишних кадров. Я, кстати, машина не должна была работать. Да меня вообще пофиг, знаешь. Там авария, она получилась не сильная, по идее. И типа, там человека уже все убрали в больничку, а тут уже специалист загружает ее. По идее, такая идея была, понятная? Она должна работать, то есть там не сильная авария, по идее. Вот там еще твои соло, где ты типа прешь колеса. Я еще там наорался достаточно сильно. Потому что ты, когда это, когда продавал Ниссану колеса, ты такой говоришь, вот знаешь, давай не 500 баксов, их же было опасно скручивать. Тот самый я, как ты нашишь, говоришь Ниссану официальной компании, что ты скрутил у их машины колеса, что? И я это вырезал. Вот где ты говоришь про то, что я скрутил колеса, понятно? Чтобы было более РП-шечка. Вот смотри, вот он приезжает, все по твоим пожеланиям. Свалочка. Вот ты приехал. А мне лень было строить миллион машин, там две просто сломанные зачки. Да. А типа. Вот сейчас твоя соло. Да, сейчас твоя соло будет. Опа, тут машинка разбитая стоит. А почему у тебя стекло разбитого было? Я не знаю. По идее, вот это твой пикап, на котором ты типа спер колеса. У тебя еще задница поднята. Я знаю, потому что у меня кривые руки, и я просто вырезал, как я случайно в столб вломался. И такой, ну вы считали, что этого не было. Потише. Ладно, не буду так громко. А у тебя шины пробиты. Я знаю, это самое... А, знаешь, как я эти колеса скручивал за кадром? Я просто взял вот эту, я нажал на Ctrl, выбрал там силу 100 и просто отломал их от Ниссаны. И такой, ну будем считать, что я их открутил. Кстати, вот нормальная шина. Вот сейчас твоя соло пойдет. И моя тоже. Смотри, да, сейчас. Да, я... Давай я за 500 баксов. Колеса и разойдемся. Нет, 500 баксов это как-то маловато. Ладно, последняя цена. 650 баксов. Нет, 650 баксов. Давайте 700. Это косарь, да, косарь. Косарь баксов моя минимальная цена. Ты меня уже замучил. Я тебя куплю за любую цену. Хоть за 10 тысяч, только чтобы мы разошлись. Жесть, презентатор, лизидатор, монтажер. Да-да-да. Хорошо. Ты еще... Я тебе уже все... Мы в расчете. Сюжет Фрейзен UC, реализатор, монтажер Тотем Геймс. Спасибо за просмотр. Все, все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайкос. Потому что я сидел целое утро. Ты лайк поставил, кстати? Да, поставил. Ребят, всем спасибо за просмотр, за то, что вы посмотрели. Мне понравилось, как мы сделали. Да. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребятки.